присвоении звания лауреата премии Александра Николаевича Островского. Докладчик, заместитель главы администрации городского Кинешма Олег Евгеньевич Кузенков. Комиссия по наградам при главе городского округа Кинешма рассмотрела поступившее заявление на номинантов и решила направить в городскую думу городского округа Кинешма копии документов и протокол комиссии на присвоение звания лауреат премии имени Островского две кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов. Тютникову Наталью Мануэловну, преподавателя общественных дисциплин Кинешемского медицинского колледжа, члена Союза писателей России, за значительный вклад в литературное наследие Кинешма, активную просветительскую и краеведческую работу. И Данову Эмму Петровну, члена Союза журналистов России, за профессиональные достижения в сфере журналистики, общественную деятельность, значительный вклад в дело сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Кинешма, гражданского, нравственного, патриотического воспитания граждан. Уважаемые коллеги, на заседании социальной комиссии в рамках своих полномочий были рассмотрены протокол заседания комиссии по наградам при главе городского округа Кинешма и документы, представленные в администрацию городского округа Кинешма для присвоения звания лауреат премии имени Александра Николаевича Островского. Документы были рассмотрены, кандидатуры обсуждены, и было принято решение вынести обе кандидатуры, Тютниковой Натальи Эммануиловны и Дановой Эммы Петровны, на пленарное заседание городской думы, чтобы приняли депутаты городской думы свои решения. Тогда, уважаемые депутаты, предлагаем перейти к голосованию и напоминаем по порядку голосования. Голосуем один раз за одного кандидата, за. То за то, что присвоить звание лауреат премии имени Александра Николаевича Островского Тютниковой Наталье Мануиловне, преподавателю общественной дисциплины Кинешемского медицинского колледжа, члену Союза писателей России, за значительный вклад в литературное наследие Кинешмы, активную просветительскую и краеведческую работу. Кто за? Спасибо. Уважаемые депутаты, голосование произошло всеми депутатами единогласно, поэтому за следующую кандидатуру голосовать нет необходимости. Решение состоялось, и звание лауреат премии имени Александра Николаевича Островского присваивается Тютниковой Наталье Мануиловне.